добрый день. Я только что въехала в городок, называется Коко. Какао. Маленький такой крошечный городочек. Почти на берегу на берегу Атлантического океана. Но чтобы добраться до океана, нужно будет пересечь Мерит Айленд. Это остров Мерит. Потом пересечь еще один мост, то есть две реки пересечь. Этот Мерит Айленд, он разделяет... Он омывается двумя реками. Индиан Ривер и еще какая-то ривер. Я не помню. В общем, чтобы иметь представление, что такое маленький городок, вот он маленький городок, совсем крошечный. Итак, добрый день. Добрый, самый-самый-самый добрый. И вот по двум сторонам еду, и вот такое вот что-то вот такое вот. Как бы, ну, маленький городок, он маленький городок. Тут очень много лодок. В общем, морских транспортных средств. Вот так, чтобы это, чтобы правильно сказать. Так. Только что не успела найти камеру, чтобы показать въезд в город. Называется Coco City Limited. И вот. Вот сейчас по двум сторонам будут такие магазинчики маленькие, которые продают старинные вещи. Почему-то вот это очень-очень как бы здесь популярно в таких маленьких городках курортных продавать. Очень много магазинов антиквариат. Ну вот, я остановлюсь пока. Желтый свет. Сейчас будет самое красивое место. Я буду сейчас пересекать. Буду проезжать мост. Конечно, будет открываться потрясающий вид, особенно вид, особенно супер вид красивый с этого, с мостов. Ай, такие въезды, я вообще мосты обожаю. Въезжаешь на мост, так аж дух захватывает, особенно когда вниз съезжаешь, крылья вырастают, прорезаются, хочешь не сказать, прорезываются. Итак, я сейчас еду в поисках Home Depot, потому что в Home Depot продают вот эти шикарные цветы, как они называются, японские, это вот эти, которые растут без воды. Ну, понятно, понятное дело. И для того, чтобы, ну, так как местечко маленькое, здесь только один Home Depot. Вот этот магазин со строительными материалами, и там есть большой Garden Department. И вот, так, поехали. И вот я сейчас, он находится на Merritt Island. Мне надо будет доехать до Merritt Island, свернуть налево, купить этот цветок. И я уже поеду к Иринке. Потом мне снова надо будет вернуться через мост на сушу, с острова. И уже ехать немножко на север, чуть-чуть на север. Итак, вот она сейчас, вот она водичка начинается, вот он мост начинается. Значит, тут одна Indian River, река Индия. Вот в другом парке, вот тут вот парк, вот он, вот машины стоят. Там парки можно с палатками, вон для деток там специальные штучки. Я уже показывала, когда-то снимала, где-то у меня видео есть. И вот пошла вот два моста. Туда мост идет и обратно мост идет. А-а-а, какая красота! Вау! Итак, я поднялась на мост. И сейчас вот будет отсюда открываться вот такой вот... А, какая красотулечка! Ой, хочется пищать, кричать! Ай, как здорово! Боже, как я люблю это место! Вау! Я, может, торможу движение, я еду не быстро, 40 миль еду в час. И вот с правой стороны парк, и с левой стороны парк. Везде можно загонять машинку, брать... палаточку и останавливаться в этом парке с ночевкой даже. Ай, какая красота, смотрите. Краб! Так, вот сейчас я буду подъезжать к Мэри Дайленду. Так, мне надо менять волосы, потому что мне скоро сворачивать.
Так, следующий, по-моему, поворот будет мой. Тут уже пошли апартменты. А, это вру, обманываю, это отель. Похож на апартменты. Ну, это такие маленькие отельчики, они вообще очень похожи на апартменты. Как хорошо. Как я люблю уезжать. Но рядышком... Вот я когда по Орландо езжу, я езжу как бы дома. А когда я уезжаю за пределы Орландо, я чувствую себя... У меня крылья вырастают. Мне так становится хорошо. Все-таки я люблю менять... Я, наверное, где-то у меня, наверное, в крови цыганская кровь есть. 100%. Надо купить конячку, запрячь ее этими лошадками и вперед. Начинать кочевую жизнь цыганскую. Вот такой красивенький маленький городочек, который называется Кока. Так. Вот ресторанчик маленький. Ну, ресторанчик, не ресторанчик, как бы там быстрая такая еда. Но я называю все эти... ресторанами, потому что столовой не назвать, кафе тоже как бы не назвать. Wendy's. CVS Pharmacy, как всегда, все углы. Walgreens and CVS Pharmacy. Вот, наверное, следующий будет. Вот это я уже нахожусь на острове. Вот это Merlis Island. И вон впереди находится пиццерия Карабас. Зелененькая. Поехали. Боже, какое настроение просто. Такие волны. Такие поднимаются. Ай, как я люблю куда-то поехать. Боже. Дом люблю, мой дом люблю, обожаю. Но как бы, вот не знаю, почему мне, откуда, что это такое. Я только выезжаю куда-то, все у меня. И потом через 2 дня мне надо снова быть дома. Без дома не могу. Но и от дома иногда надо отдыхать. Может, я даже останусь ночевать у Иришки с Витюшкой сегодня. Сегодня день рождения. Сегодня девочке нашей 18 лет. Ну, или 21, как мне, я не знаю. Одним словом, юная красавица наша. Это парочка тут. Витечка и Ирочка. Боже, такие люди просто замечательные, потрясающие. Оба врачи. Вообще замечательные, конечно. Семья такая. Ха. Ладно. Надо смотреть, быть внимательной, чтобы не промахнуться. Я даже не... Я помню, что на букву С называется мой поворот. А где он? Вот тут уже автобусы красивые. Наверное, здесь. Нет. Я так чувствую, что я его уже проскочила. Мой поворот. Как всегда, куча продажи. Площадки с продажей машин. Миллион. И новые, конечно, машины тоже. Я проезжала Buick, я проезжала Dodge, я проезжала Ford. Очень много. Вот впереди, везде, по всей дороге. Ну, тут везде, как бы. Тут в Америке везде. Вдоль дороги, как правило, не мертвые с косами стоят. Нет. Так на языке было, мертвые с косами стоят вдоль дороги. Машины, продажа машин. Вот опять Кадиллак. Вот он, Кадиллак. И вот продажа машин. Слева и справа. Так, вот это что? Какая улочка? Мне где-то надо свернуть. Вот Мэрит Сквер. Это как у нас Fashion Square Mall. Здесь у них Square тоже Mall. Так, я надеюсь, вот это следующая будет моя поворотик. Ну, нет. Ну, короче говоря, я уехала далеко. Я промахнулась. Ладно, сейчас я сделаю. Вот второй мост сейчас начнется. Я сейчас вернусь назад. Значит, просто будет маленькая обзорная экскурсия по городу Кока. Надо где-то остановиться, еще раз открыть мой телефончик и посмотреть вообще, что это и где это находится. Вот вода и слева, и вода справа. И вот, естественно, развивается американский флаг. Как без этого? Без флага никак. Так, надо мне возвращаться назад. Вон еще один мост впереди вижу. Какая красотулечка. Ай, люблю тебя, Америка!
меня сегодня такое срывает крышу, не знаю. Я это вырежу кусочек с воплями. Вот еще. Да, это Toyota уже. Торговый центр Toyota. Сейчас вот тут остановлюсь на Walmart и это посмотрю, куда мне ехать. Не хочу, честно, ехать второй раз по мосту. Все, до свидания. Одного моста хватит. Так красиво.